Эту металлическую табличку со своим именем Михель Бекен выковал сам. Он настоящий бельгийский фермер. Родился в семье земледельца и уже в 10 лет помогал отцу в поле. О земле, про то, как на ней нужно работать, он, конечно, знает все и щедро делится этой информацией. Эти тракторы работают на любых почвах. Они перепахали весь Советский Союз. Беларусь – это синоним надежности. Его агробизнес – это не только посев и сбор урожая. Он занимается продажей и обслуживанием техники. Бекен – первый и пока единственный дилер белорусских тракторов в Бельгии. Время не стоит на месте. Развиваются технологии. Молодые фермеры хотят, чтобы все работало просто – нажатием одной кнопки. Я человек опытный и знаю, что на земле это невозможно. Трактор «Беларус» – это надежность и простота. Конечно, все должно работать идеально. Европейский фермер капризный. Посмотрите вокруг. Какая конкуренция. Действительно, конкуренция зашкаливает. Выставка в небольшом бельгийском городе Либрамон раскинулась на несколько километров. Компании, которые хоть что-то могут предложить земледельцу, обязательно пытаются арендовать себе хоть небольшой участок под экспозицию. Семьи с детьми, молодежь и люди в возрасте ищут здесь развлечения. Посмотреть на настоящую корриду, посидеть в кабине настоящего трактора-великана или съесть бургер на свежем воздухе. Деловые люди используют каждую минуту, чтобы завязать связи. Сельхозпроизводители, конечно, знают цены и спрос в мире на продовольствие растут. Климат приносит неприятные сюрпризы, рынок аграрной техники становится шире в эту сферу, приходят новые страны, конкурировать становится все сложнее. МТЗ и Гумсельмаш в этом году представляют Беларусь техникой, активно изучают европейский рынок их партнеры. Мы в этом году уже провели сертификацию под стандарты ЕС 15 наших машин и в очереди еще 20. Бельгийцы умеют считать деньги. Более чем. И учитывая соотношение цена-качество бобруйской техники, я думаю, она здесь будет конкурентоспособна. Европейский рынок, который жестко защищен пошлинами и техническими требованиями, является одним из самых сложных для отечественных производителей. Чтобы соответствовать требованиям, МТЗ приходится порой переделывать большую часть поставляемого трактора. К тому же крупные мировые производители техники имеют от 10 до 15 дилеров в странах Евросоюза. И все же белорусы не сдаются. Конкурировать сложно, но тем не менее Минский тракторный завод и сегодня имеет возможность предлагать различную технику от 9 до 350 лошадиных сил на рынке. Постоянно идут разработки новой техники. В прошлом году в Ганновере мы представили трактор 450 лошадиных сил. Сегодня идет работа по оснащению данного трактора новым двигателем, который будет соответствовать европейским нормам. Ну мы поехали! Белорусская делегация встречает главу правительства Валонии, одного из влиятельнейших чиновников Бельгии. Он здесь не просто отдать дань протоколу, он бывший министр сельского хозяйства, но к своему стыду выразился именно так, впервые знакомиться с белорусской техникой. Я, конечно, прекрасно осознаю, какой промышленный потенциал имеет Беларусь. Сейчас, когда я лично посидел за рулем, все потрогал руками, это понимание усилилось. Абсолютно конкурентная техника. Уверен, у бельгийских аграриев она вызовет интерес, особенно энергонасыщенные мощные машины. Наши хозяйства становятся крупнее, поля шире. Шире становятся и поля сотрудничества. Премьер Валонии пообещал активное участие своего правительства в подготовке в будущем году 3-го Белорусско-Европейского экономического форума. Он пройдет в бельгийском Антверпене. Речь уже, конечно, пойдет не только о технике и агробизнесе у Беларуси и Евросоюза. Много тем для совместной работы. Руслан Поддубский, Дмитрий Лац, Европейское бюро ОНТ, Либрамон, Бельгия.